Нет, дота не планируется today. Дота планируется примерно 28-го. Перед легким селлаутом. Ты, Игорь, вообще видел, как я сегодня умирал? Умирал? Нет. Не, я видел только одну катку, где ты сдох, и остальное время ФК был в стрелку. Не, ну эти раньше были, до того, как ты пришел. Короче, первый раз в мотоцикле въехал в шелтер. Найс. Ну, мотоцикл был нормально ХП, но, ты знаешь же, это как уменьшает свой ХП, когда он застревает в чем-то. Да. Взорвался, короче. Второй раз... в пизду, я не буду даже объяснять. Куда падаем? Личная игра, не знаю, куда хочешь. Ну, тут либо сосновка, либо на победу. Ты что выбираешь? Сосновка. Понял. Дефолт или что? Ага. Вытавай сейчас арморы, просто хуй найдешь целые у кого. В смысле? Сейчас же пофиксили этот хуйню, когда... В подмыху? Да. Хуя себе. Серьезно? Типа всегда, да. Всегда арморы теперь коцаны. Это сегодня сделали, или когда я там пачку какую-то качал? Сегодня, да. Жестко. Типа я вообще всю игру бегаю без арморов, блядь. Найс. Подбираю какие-то объедки, когда убиваешь, типа, объедка лучше, то я ты ее берешь. Ну так правильно. Блядь, слушай. Ты точно на дефолт падаешь или... Я на дальнюю казарму, потому что на дефолте, блядь, сквад летит. Без обид. Сразу говорю, там, блядь, 3 или 4 чела у тебя, если чё. Понял? Понял, понял. Тебе, скорее всего, пизда так называемая. Лол? Где ты живёшь? Я бегу к тебе. На встречу не сосыпь. По мне дают с той казармы ещё. Видишь, я кого-то себя? Да. Где? Окном. Я такой был. Жи, умоляю. Понял. Тихо. Тут еще чем? Там. Понятно. Го в дорожную убивать. Там был чел или два. Идешь? Я хилюсь. А. Карл. Хильс ебать. Кто мешает? Ты на какую-то хуйню меня пробиваешь? Не, я предлагаю нормальную тему. Грамотно, нет прицела? Интересно. Чё интересно? А тут чё? Ты знаешь. Слышу. А в тачках, пом. На первом? На втором. Вон. Сейчас было. Спасибо.
Я с другой стороны пошел. Спасибо. Ну, могу окно сигануть. Нет. Но у меня он дверь такая спиной откроется. В какой двери? В этой? Где? Во второй вроде. Ебать, это двое. Будет помощь? Отлично. Лол. Какого хрена, я вообще не ожидал то, что их там двое будет. Китайчики. Я думал, он один. Так, надеюсь, у них есть хилы? У меня два бандажа осталось. О, есть. Жи есть, я подожкал. Я хилюсь. Тут крак интересует? Есть. Окей. У меня жи есть, я бы сказал. Угу. Так, я сейчас тут... Тогда возьму еще миник у них по такому поводу. Короче, я пошел в противоположную. Ой, не миника. А там никого не было, по-моему, в ней. Без обид. Ну, вот поэтому я туда и пошел. Окей. Здорово, там друг. А ты через что пошел? Прямо прямой, да? Более. Я медовую буду лутать, тут, по-моему, тоже не лутно. Лутай, что хочешь, Игорь. Надеюсь, тут не сидят, блядь, китайчики ебаные. Блядь, вдвоем? В одной этой хуйне, это вообще, блядь, нормально? Это, по-моему, нихуя не нормально. Нет. Там на крыше, кстати, медкит твоей казармы, ты не был? Не был на крыше? Ты же там был. Ну я там только ствол взял и побежал, убил одного типа. Хилы я не лутал там. Броник тут второй есть. Че по кругу? Оу, мелочи, приятно. Реально мелочи. На пол шишечки. Правильно? Да. Слушай, я, наверное, наверх поднимусь на медовую. Надеюсь, это не закончится хуёво для меня. Ебать, тут патрики. На толстый падал кто-то, ты не видел? Коза. Пятых патриков до пизды, если интересно. Блять, ну что-то как-то слишком тихо. Я считаю. Ладно, спускаюсь. Я за медкитиком на твою коза. Ты на крыше? Да. Че, мы куда пойдем? Дефолт, наверное? Ты ну, что сюда поднимаешься? Я чекну, что там у тебя нормально дела или нет. Пошли на дефолт. У тебя есть пейнкиллер? Да, на пейнкиллер. Я ща его впитаю. Впитай. Оставь. Ну, блядь, тебе же до пизды. Да, давай скину, на. Ебать. Понял. Сука, все равно прошел и взял перед мной. Что за человек? Не, ну я типа все беру. Запасаюсь, как хомяк, знаешь. Типа да. О, а тут не лутно, слышь? В боксах. Погнали на дефолт? Алло. Слышно меня сейчас? Да, да. Опять наушники. Пёзнулись. Хуёво. Когда пёздаются наушники. Я на кругу. Блять, не дай боже, тут тоже сидят какие-то типы. Если до сих пор здесь кто-то сидит, это, блять, ну, это клиника. Не, ну у меня медкит лежит, походу, тут никого нет. Неутно.
Ну или папич сидит. Я сегодня встретил китайчика папича. Из-за того, что у меня не было армора, я проебал. ПВП ему. Найс. Ну прям реально аптечку положил. Я типа, ну прям чуял, что хуйня какая-то попахивает. Экстренных игрок нужен тебе, наверное? Да. На миник придок нужен. Предка, походу, нет. Челемяку, да? Третью не видел? Нет. Нафиг вторая. Так и шо? Че надо? Че тебе надо? Я девятку пошел лутат. Лутат? Медкит под девяткой, если что, если интересно. Я облю. Да, чуется мне, так. Что сейчас. Че такое? Что? Девятки лежит, типа. И обычно в таких ситуациях мы бегаем, типа лутаемся, и вдруг у меня какой-то китайчик убивает. Резко. Не, мне кажется, что они на девятке, типа, с толстого придут, сейчас будут начнут по мне шмалять. Типа, в казармы какие-нибудь придут. Их звонат, нет, под девяткой. Нет. Пита ответ. Походу тут больше никого нет. К мосту гул? На, тебе приходню сейчас скину. Блять, чё? Чё? Да места не было. Чё, у тебя нормально по патрикам? Ну да, 270. Окей. Там атак, да, ведь перед нами по дороге? Баги, по-моему. Окей, let's go. Бля, конечно, ездить в баге от первого лица — это полный пиздец. Бери этот, я следующий. Ладно, не собираюсь тебя возить. Тогда ты поплачешь за это. Ну нет. Ладно. Баги-убийца, блять. А у тебя какие иксы? 8. Понял. А у тебя что? На минике? Да. Тоже 8. Nice. На коряке. Там нет никого, я бы ноги видел. Ну, только если в конце моста за ящиками. Сейчас, мне сейчас. Давай, занимай следующую точку. Окей, let's go. Мне не переедь. Водка под нами. Чё, блядь? Ты чё? Там один чел, что ли, был? Я нихуя не слышал никакую лодку. Куда бит? Я лутать поехал его. Лодка еще, под нами. Как, блядь, стрелять такой просто? Где? Пиздец, блядь. Я не мог по ним стрелять. Подо мной прям, под мостом. Блядь! Да, вижу. Там еще принимают после моста. Под мостом два типа и после моста двое. Сломал.
Там одного кончил. Бать, неловко было. В смысле, живи, я ебашу. Блять, не, не живу. Как? Ну, как обычно. Я бужит или нет? Не-не-не, пока нет. Ушел за укрытие. А, я падал уже? А, да, я падал, но мне пизда. Ну хоть ты стреляешься. Жадность погубила. Надо завязывать, блядь, конечно, быть жадюгой. Спасибо, бессмертный. Его какая-то другая бледина убила с импешки. Вот та. Да. Мысли, блядь. Почему я не могу стрелять? Почему он, блядь, стоит на месте? Ты стоишь на месте, и он не падает по тебе. Почему у меня, блядь, с пули не попадает в него? Что за говно? Возможно, пизда, но... Потом бросит. Кстати, 34 человека осталось внезапно. Внезапно. А на самом деле в моей смерти виноваты эти ебаные китайчики в комнате. Если бы я не упал от второго китайчика, то ты бы меня спас, и все было бы отлично. А ты помнишь, ник авто тебя убил или нет? Я не помню. Гарвис авто, по-моему, это они. Ебать. Он третий член. Ага, наберешь. Фрэнки. Ладно, это разминочная была для меня просто. На самом деле. Хз, у тебя всегда такие смерти.